Всем привет, с вами проект «Первый видеоавторынок». В нашем автосалоне в городе Новосибирске в продаже появился еще один автомобиль. В этот раз это Suzuki Swift, автомобиль без пробега по России. У этой машины 2011 год выпуска, мотор 1,2 литра бензиновый, мощность его 91 лошадиная сила. Привод здесь передний и коробка передач вариаторная. Пробег у машины в данный момент 48 тысяч километров. Сборка, конечно же, японская, и именно оттуда машина и приехала. ПТС-ка оригинальная, хозяев у машины еще не было. Комплект резины здесь один, установлена летняя. Сигнализация штатная. И стоимость этого Suzuki Swift 430 тысяч рублей. Объявление продажи именно этого автомобиля вы найдете на нашем официальном сайте vam1.ru. Также есть видеообзор на эту машину на канале «Первый видеоавторынок» на YouTube. И находите нас в Instagram. Спасибо за внимание и всем пока.